Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. У нас портится что-то погода. Сегодня также 5 июля. И так как я уже сказала вот сегодня, что я вроде все уже высадила, почти все подвязала томаты, я вот сегодня наснимаю вам много-много видео, коротких, таких без основной темы, а из повседневной жизни. Вот то, чем я занимаюсь. Вот сейчас пошла приманки раскладывать для муравьев, но об этом расскажу потом. В этом году решила истребить всех муравьев, они меня уже достали. Но вот проходя мимо этой грядки, я подумала, что неплохо бы рассказать и о поливе. Все помнят, вот эта вот грядка у меня, помните, которая тканью я застелила и которая градом была побита. И сегодня, когда я показывала вам грядку ленивую с Демидовым и говорила, что я там ни разу не поливала, вот они еще без полива. Сейчас я решила показать и эту грядку. Я упомянула о том, что еще одна грядка ни разу не полита. Вот эта грядка, которая... Вот видите, сейчас я шланг положила, я только начала первый раз за этот сезон ее поливать. Вот эта грядка, которая была... Как я говорила, что я ее обленивила, полуленивая, закрыла тканью, которую я высадила, и было холодно, пережила 2 града, которые были очень хиленькие. Сейчас они выглядят у меня вот так. Нормализовалось у них состояние, все. Но эти томаты ни разу не были политы. Они ни разу не были политы не потому, что им так надо, а просто по техническим причинам. Вы видите, что здесь нет ни капельного полива, ничего. Ой, мурашинная приправа упала. И вот этот грунт, он у меня, видно, совершенно сухой. Они довольствовались тем, той влагой, которой давал дождик. Вот несколько раз за сезон у нас был дождь, и у меня все. Вы понимаете, что вот эту грядку... Тут несколько сотен томатов вот так рядами. Чтобы ее полить, ведь это надо в каждую дырочку, в каждую дырочку. Тут у меня нет такого капельного полива, как вот здесь. Здесь мы все-таки сделали, и здесь я вот поливаю уже второй раз. Вот сегодня у меня поливочный день. Я вышла, включила капельный полив. Тоже уже все пересохло. Но тут 2 раза я уже поливала. А вот эта грядка поливаю первый раз. Если кому-то интересно, я могу рассказать, как поливать, прям буквально за 1 минутку. Так, вот они у меня в дырках. Я выбираю место. Вот смотрите, вот лунка, 1, 2. Это я наливаю, просто считаю, 3, 4. Я беру шланг, заталкиваю и укладываю, чтобы у него вот этот вот кончик был посередине. И оставляю, занимаюсь своими делами. Ну, подвязку провожу там лишний раз, пасынок уберу лишний. И вот этот вот шланг, он в этом месте вода впитывается. И она на все 4 стороны, конечно, она как пятно начинает расходиться, расходиться. И я, конечно, время не засекаю, но я просто как чисто интуитивно поработала минут 5, 7, 10. Чувствую, что уже ну пора идти менять. Прихожу. В это время уже все вот эти 4 луночки, они мокрые. И прохожу дальше. Дальше опять выбираю следующие 4. Опять туда так вот подпихиваю. Примерно вот, вот в этом месте оставляю, но под тканью. И они снова начинают насыщать мне вот эти 4 близлежащие лунки. Все. Естественно, вы понимаете, что такой полив, он очень трудоемкий. Это мне надо идти. Перекладывать, 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 перекладывать. Иногда и дня целого мало. Вот хорошо, что я сейчас нашла тут такое себе занятие, что я далеко не уходя, у меня вот здесь некоторые, видите, они переросли, на раз подвязала, они переросли под тяжестью томатов, они уже упали. И я вот тут занимаюсь, и в одно и то же время и подвязываю, и поливаю, перекладываю, перекладываю, перекладываю. Но это не важно. Главное, что эта грядка у меня вот до 5 июля прожила без полива. Но выглядит хорошо, и плоды у нее завязываются. И опять же меня это наталкивает на мысль. Вот сегодня писали в комментариях, что возможно это вот кто редко поливает, у кого пересыхает грунт. Вот эта вот вершинка-то, которая нынче вообще
злобствуют, пишут, что все сорта поражают, не только там такие сливовидные. И у меня опять вот, я все хожу, думаю про эту вершинку, но у меня-то вот здесь уже суши некуда, уже все. И суши некуда, и плоды такой вытянутой формы, какие должны были бы поразиться. Но все плоды я вот осмотрела, я же еще и смотрю, хожу их тоже. Никакой вершинки нет. Все-таки в чем основная причина вот этой вершинной гнили? Вот сегодня одна зрительница тоже пишет, я хочу докопаться. Какая основная причина? Мне теперь тоже очень хочется докопаться, хотя у меня нет вершинной гнили, но я от всей души хочу помочь людям найти все-таки эту причину и знать, как моментально с ней бороться. Тут Надежда Красикова сейчас написала, сказала, что очень уникальный такой оригинальный рецепт. Я потом вам озвучу, отдельное видео сниму. Все-таки мы научимся бороться с вершинной гнилью. Все, до свидания. Свалилось все в кучу, но ничего. Все это кому-нибудь пригодится.